Всем привет! Добро пожаловать! Вот он, кот. Всем привет! Какие у меня сегодня планы? Начинаем новый влог. Какие у меня сегодня планы? Сейчас поеду в торговый центр. Надо мужу сделать цепочку. Так, какой-то сильный яркий свет. Порвал цепочку, на котором крестик носит. Надо срочно прям сделать. Самая ближайшая мастерская, ну как вот по... Ну, по картам Яндекс я посмотрела. Это вот здесь вот Рио, это недалеко. Еще одна около... ну, почти рядом там, где живут родители. Ну, не совсем рядом. И все, больше в округе здесь, вот, чтобы вот так вот, ну, близко, вообще больше нет. Но это, по крайней мере, на картах. Я раньше помню, блин, они на каждом шагу были, вот эти вот ювелирные мастерские. Сейчас вообще вот ближайшие только две и все. Остальные там вообще очень-очень далеко. Вот, надеюсь, там делают вот эти вот цепочки. Ну, потому что я уже сказала, крестик все-таки носит. Надо будет, ну, надо срочно сделать. Не знаю, потому что я посмотрела по отзывам, почитала. Все только про часы пишут. Про вот такое никто ничего не писал про эти. Ну, про цепочки. Замочек, в общем, сломался. Вот. Что еще? Замочек сломался. Если я там ничего не найду, ой, точнее, если мне там не сделают ничего, все, запуталась сама, то у нас здесь есть рядом церковь, пойду куплю вот эту тесемочку, ну, такую вот веревочку. Надеюсь, там есть они. Так, что еще? Вчера мне муж заказал ему приготовить президентские щи. Соответственно, там магазин «Окей». Я зайду, у меня, в принципе, для щей-то ничего и нету. Придется все покупать. Ну, плюс еще овощи нужно подкупить, яички, фруктики. Хотя фруктики, наверное, есть. Так, что еще там? Ну, надо, в принципе, уже выходить. Погода отвратительная. Вот, вот так, наверное, видно. Смотрите, вот надела вот эту кофту, которую фамилия покупала. Размер М-ка. Она, ну, такой она, как балахон. Ну, как бы прям такая свободная-свободная. Вот. Она мне делает немножко как, ну, и так у меня верх большой, она еще немножко меня больше делает. Но ничего, мне нужно что-то вот с таким хотя бы маленьким рукавчиком, потому что на улице холодно, а я сегодня ночью... Вот футболка вот больше мне нравится, как она мне сидит, а это какая-то она, ну, делает меня больше. Вот. Я еще... В последнее время так плохо сплю, сегодня вообще не выспалась. У меня такое ощущение, что кто-то вот под кроватью сидит и разжигает костер. Было так жарко спать, просто ужасно. Я вот чувствуете, ну, если кто-то, может быть, вот по голосу. Я проснулась сегодня, у меня такой небольшой кашель и вот голос такой осипший. Я, естественно, накрываюсь, мне жарко капец, просто как будто, говорю, костры разжигают там под матрасом. Ну, снимаю с себя, да, все, мне холодно. И, видимо, не знаю, короче, может, простыло немножко. Хотя окна у нас везде, но ночью закрыты. Вот. Вот, последнее время, да, что-то я очень-очень плохо стала спать. Это, наверное, старость. Не знаю, прям, вот такой голосок так себе. Сейчас сняла, видите, повесила одеяло вот так вот. Не обращаю внимания на то, что мятый, потому что сейчас кот уже поносился, мы поспали, соответственно. И вот так ее оставила, думаю, чуть-чуть, чтобы, я не знаю, что там с матрасом, горит он там внизу или нет, чтобы проветрился, окошко оставлю и, собственно, выхожу. Скажи привет всем. На, скажи вот так, привет, вот. Ой, девочки, как же холодно. А с утра еще в Инстаграме видела, у кого-то вообще снег был. А сейчас прям холодно. Машину еще далеко поставила. Иду, и ветер сильный. Ой. Итак, я приехала в торговый центр. Люблю так приезжать, когда народу практически нету. Сейчас надо найти эту мастерскую, отдать, а потом, наверное, ну, в Окей. Я уж думаю, если там ничего не делают, тогда поеду, ну, до Магнита доеду. Потому что Магнит все-таки подешевле. А если делают, пока буду ждать, зайду в Окей.
Такие планы грандиозные у меня сегодня. Кому какую? Загадывайте. Заказывайте, точнее, загадывайте. Красотища. Вот это ценники. Хорошая, хорошая акция. 60 миллилитров. А у меня еще есть, и я бы взяла бы с удовольствием. А я пришла вот за таким шампунем, но здесь только кондиционер вот этот вот классный. Еще я хотела себе, ну, как-нибудь купить вот такой комплект патрон. Под, как он правильно называется, вот это. И сейчас очень даже хорошие скидки. Но все равно дорого. Смотрите, Елизавета называется. Так, ну что, где-то вот на этой стороне. Вот вроде бы я зашла 10.05, а уже народ есть. А, вот она, ювелирная мастерская. Вот. Все отлично тут делают. Я пойду быстро тогда схожу в окей, пока делают, чтобы зря время не терять. Ну, естественно, здесь нет. Вот у меня же, ну, у меня же серебряная цепочка. А тут просто, ну, этот, не серебряный, в общем, этот замочек ходит, металлический. Ну, и ладно. В общем, по-быстренькому сейчас в окей. Так. Кто-то заботится о нашей безопасности. А мы идем. Идем. Куда нам надо? Туда дальше. А вот ласку для черного надо мне посмотреть. У меня заканчивается. ТДшка отлично, наверное, слышно. О, 304. Ха-ха. А где там в Ашане 199? Ну, мне не надо. Так. Что у нас тут? Велосипеды. А, кстати, велосипеды. Сейчас велосипеды надо посмотреть. Так, чувствую. Блин, вот такие боголошики мне еще. Чувствую Угу. Зачем они мне нужны? Чувствую, по-быстрому-то не получится. Я тут увидела вот эти. Ну, вот эти так, а вот эти мне прям понравились, конечно, горшочечки. Красивые. Но мне не надо. Удобрения. Цветы вроде нормально себя чувствуют, те, которые я пересадила. Вроде бы мне не надо. Так, ладно, все. Не надо, не надо, ничего не надо. А то я люблю деньги-то тратить. Какая удача. И последний, походу. Вот для черного это классно. Так, и для стекол мне надо какое-нибудь купить. Вообще, мне фикс-прайс устраивает за 50 рублей. Да? Вот что здесь самое дешевое. Вон то внизу, 71. Надо взять вот этот вот. 76, 71. Ну, наверное, я возьму вот этот, раз он по акции. Для окон и зеркал. Я в прошлый раз была в Окее. И так и не посмотрела всякие коробочки. Просто хотя бы мимо пройти. Ну, в тот раз, я помню, были прям акции хорошие на сайте. Я когда смотрела. Ну и все. Так, швабра. Хотя зачем мне швабра? У меня же есть швабра. Какие? 300 рублей. Так, а я ищу копченые ребрышки свиные, мне нужны. Ребрышки копченые свиные. Может быть, взять? Тащить так не хочется. А мне вот нужны соленые помидоры еще.
здесь прям ассорти. Но я думаю, может быть, вот там где-то продается по отдельности мне на один разок. Что тут еще у нас? Это рыба. Дальше. Так, это сосиски, колбаски. Нам не надо. Вот перчик есть, то, что мне надо, а помидорочка зеленого нет. Придется брать ту банку. И капуста 500 грамм, 79 рублей. Это мне мало. Наверное, такую возьму. Только тут никого нету. Морковка такая, без слез не взглянешь, но мне надо хотя бы парочку. И там еще картошка такая большая. Крошку картошку можно сделать. Ой, ну вообще. Внимание, продавцы отдела «Соленый остров» просят подойти в свой отдел. Спасибо. Слышите, «Соленый остров»? Это я попросила, чтобы позвали. Так. Вот такая большая картошка. Сейчас возьмем какие-нибудь 4 штучки прям больших. Зашла в канцелярский отдел. Так сочно, классно. И так здесь пахнет, ну, вот этой вот бумагой, да. Прям вот как в детстве, помню, на 1 сентября собираешься. И вот покупаешь вот эти тетрадки, потом их разглядываешь все, как у тебя их много. И вот этот вот бумажный такой запах. У кого-нибудь было такое? Я вот прям завернула сюда. И прям вот этот запах воспоминаний. Я уже дома, знаете, такая, выезжаю с парковки. Ну, вот сейчас не видно, а я же паркуюсь, ну, внизу, подземной парковки. Выезжаю такая с парковки, и прям снег хлопьями. Ну, вот сейчас вот он еле-еле идет, но видно, что снежок такой мелкий-мелкий. А был прям хлопьями, вот пока я ехала минут 10. Прям снежок-снежок. Еще конец апреля. Итак, что купила? Небольшая закупочка такая продуктов. Так, для щей-то вот этих президентских. Капуста квашеная. Она по 13 рублей за 100 грамм. Все-таки пришлось мне взять вот эту вот банку с соленьями, потому что зеленых помидоров на развес не было. А тут вот как раз 3 зеленых помидора. Мне вот... А здесь перец есть? Могла бы перец не брать. Нет, тут только огурцы. А вот как раз мне нужно будет на эти президентские щи. Так, вот перец взяла еще на развес. Честно говоря, даже я не помню, сколько он стоит. Он весь тут потек. 25 рублей вышло. Вот два перчика. Таких небольших. Ну и копченые ребрышки. Выбирала, там, чтобы с мясцом. Это единственный кусочек. Вот тут вот хоть немножечко мяса есть. Это вот я, собственно, поехала вот за этим. Вот, вот это мне нужно было купить. Смотрим дальше. Естественно, яйца. Их как бы мало не бывает. Они у меня есть, но там еще цена 189 рублей была. Думаю, надо брать 189. Да, 189 рублей. Думаю, их никогда мало не бывает. Взяла мужу вот такую вот краковскую колбаску. Я вот не люблю краковскую. У меня муж иногда в охоточку кушает. Думаю, вот сегодня как раз с... У меня еще есть, кстати, сальца на морозилочке. Сегодня будет вот вкусненько. Вот с такой колбасочкой ему президентские щи. Но президентские щи я тоже сегодня буду есть, потому что давно их не ела, я их очень люблю. Так, картошку взяла. Не знаю, зачем я положила в два разных пакета. В общем, вот такая вот на крошку картошку хочу сделать. Ну, на днях. Это вот две побольше. Не знаю, почему я так сделала, честно говоря. А вот эти две поменьше. В общем... Попытаюсь сделать крошку картошку. Что у меня туда? Сыр у меня есть, масочка у меня есть, ветчина у меня есть. Вот, и прям отлично. Еще вот крошки картошки взяла грибочки. Тоже давно-давно не ели. Соленые грибы. В общем, тоже по акции были, 119 рублей. А это тоже было по акции. Я бы так не брала, но мимо, знаете, я по-быстрому мимо так. Они же все акционные товары выкладывают так, чтобы видно было. 108 рублей. Это 119 рублей. За ними я ходила, потому что думаю, крошки картошки. У меня муж грибы любит. Ну, я равнодушна, но давно не ели, в охоточку съем. Так, картошка по 70 рублей за килограмм. А здесь интересно, сколько у меня получилось? 800. 800, а здесь 500.
Так, что-то с голосом у меня. Так, из фруктиков яблочки есть. Взяла вот такие груши, они тоже были по акции, по 79 рублей. А, здесь, кстати, по акции, они тоже по 40 рублей была. Думаю, что-то 70 написано. А, пробивается на чеке у них уже, когда вот в окее, почему-то так, не знаю. Здесь тоже написано 129 рублей груши, но она по 79 по акции. Так, морковка, без слез не взглянешь, две штучки хотя бы взяла. Так, творожок себе взяла пару штучек. Нравится мне вот, так, вот такой семенами льна. Вкусненький. А, взяла еще масло океевское. Здесь 0,9. Оно стоило 89 рублей. У меня тоже масло как бы есть. Но я хочу на днях сделать что-нибудь такое вот прям калорийное. Знаете, мужа порадовать. То ли чебуреки, то ли беляши. Вот что-то такое хочется мне сделать. Вообще, на самом деле, я хочу сделать пончики. Не то, что я хочу есть пончики, но вот сделать почему-то мне очень их хочется. В общем, маслица. Так, себе взяла цикорий. 89 рублей. Это было по 49 рублей. Цикорий по 254... Нет, 154 рубля. Сметана по акции 56 рублей. Вот такие вот салфетки взяла, они были по 34 рубля, думаю, надо взять попробовать, если, ну, нормальные, как бы салфеток у нас много не бывает. Так, огурчики, но они тоже, по-моему, по акции были, здесь 119 рублей они стоили, да, здесь написано 189, ну, так, по-моему, 5 или 6 штучек взяла. Так, два помидорчика взяла, ну, таких обычных, и еще взяла кусочек мясца. Вообще мясо тоже как бы у меня есть, еще там бы хватило бы. Но, во-первых, оно было по акции, по 259 рублей, думаю, ну это как бы грех просто не взять хотя бы кусочек. Это, во-первых, во-вторых, у меня сейчас в борщ тоже я немножко добавлю, ну, мясца, не знаю, вот четвертую часть, наверное, вот так еще. Потому что здесь все-таки мясца маловато будет. Хочу, чтобы прям такой наваристый, вкусный был борщец у меня. Так. Из хлеба в этот раз взяла маленький батончик вот такой, потому что в прошлый раз брала большой, что-то еле-еле, но я не ела, а он же потом уже на следующий день, он не такой хороший, но невкусный. И черный взяла вот такой обычный простой кирпичиком, потому что в тот раз тоже брала вот этот круглый, черный, что-то муж говорит, невкусный, больше не бери. Я думаю, что все-таки с щами вот такой кирпичиком хлеб будет вкуснее, чем вот, ну, тот слишком мягкий. Так, ну, из хоза взяла вот такую ласку. Я вот только черное белье стираю вот таким вот, ну, как бы жидким порошком. А все остальное мне, в принципе, обычный порошок подходит. А вот для черного классно. Сохраняет цвет. И, ну, как бы, ее надолго хватает. Я еще по акции же его взяла там, ну, 500 рублей, грубо говоря. В общем, хороший беру вот только для черного. И вот этот синерджетик, как он там правильно, для окон и зеркал, тоже под ноль закончился. Думал, надо взять 76 рублей, по-моему. И последнее, что у нас, туалетная бумага. Она тоже была по акции, по 189 рублей. 3 слоя и 12 штук. Думаю, тоже надо взять, раз по акции. В принципе, вот такая вот у меня закупка продуктов получилась. Сейчас все это быстренько разложу. Ну, а щи я, наверное, уже буду вечером готовить. А, похвастаться-то надо. Смотрите, какой у меня еще букетик цветов есть. Муж, по-моему, позавчера мне подарил, а тот, который до этого дарил, хризантемки, которые просто 2 дня простояли и просто и все просто ужасно опали. Они прям очень сильно воняли. Короче, плохое качество. Хотя, ну, качество цветов испортилось что-то. И вот эти тоже, вот когда вчера или позавчера подарил. И вот, видите, уже вот они вот. Вот. Хотя он покупает цветы всегда в одном месте, там, где, ну, родители у нас живут, там хорошие были раньше цветы. Но вот не знаю, мне прям хочется зайти к ним и спросить, что у вас с цветами. То ли ему просто подсунули, хотя до этого он нормальные всегда цветы мне дарил. В общем, вот такой вот букетик у меня еще есть. Красивый, миленький, маленький. Похвасталась. Такая, говорю, вечером буду делать. А надо же бульон поставить для начала. Потом капусту еще надо потомить 2-3 часа в духовке. Плюс еще это 2 часа будет вариться. В общем, сейчас уже вот это все подготовила, поставлю. И потом уже дальше буду делать. Ну что, пришло время готовить мне щи по приказу президента нашей семьи. Так что, у меня, в принципе, тут все готово. Осталось сделать быстренько пережарку и все порезать. Значит, бульон я уже процедила.
Здесь, значит, мяско, так, капуста, 2 часа бульон варился, 2 часа капуста стояла в духовке. Ну, соответственно, перчик, лаврушечка, отсюда возьму парочку зеленых помидоров. У меня есть свежая зеленушечка. Здесь помидоры, это были у меня замороженные целиковые помидоры. Вот кожицу с них сняла, 3 штучки. Ну, обжарка, лук, морковка и чесночок, наверное, штучки 3 добавлю. В общем, сейчас быстренько пережарочку и все порежу, и у меня будут готовы президентские щи. Не успела. Вот так он здесь на краю сидит, обычно и ждет. Он знает, что я вечером иду готовить, значит, скоро все будем кушать, а кушать будем только тогда, когда придет папа, да? Вот он сидит вот так вот на углу вот здесь вот и смотрит вот так на дверь. Да? Так, в общем-то, щи для президента готовы. Такие вот еще чуть-чуть кипят. Сейчас настоятся. Ну, пока муж будет ехать, там 40-30 минут. Обожаю их. Я просто их обожаю. Вкусненькие щи. Ну что, достаем сальце. И сейчас будем колбасочку достаем. Бутербродики сейчас мужу буду делать. Сальце, колбасочку. Я на самом деле, девочки, пока готовила, так запахами уже наелась, что как бы сейчас не хочу. Но у меня время есть еще. Почти 1,5 часа, может быть, попозже чуть поем. Муж сейчас уже пришел. Сейчас буду ему все подготавливать. А я еще даже эти, как его, косточки, хрящики все пообглодала. Там какие-то хрящики съела, поэтому, наверное, кушать и не хочу. Но, может, надо делать, я чуть попозже. Скорее всего, сало вот такое белорусское, вкусное, вкусвил. Я уже про него говорила. По-моему, 3-й кусок, который я покупаю за зиму, наверное. Ну, в общем, вкусное вот это вот сало. Ну, мужу очень понравилось. У нас вот время 7:30, девочки, и сверлят. Представляете, вот кто-то за стенкой тоже. В общем, начинаю делать бутербродики с сальцем и вот с такой колбаской. Ну и естественно. Вот смотрите, сделала бутерброды мужу с собой на работу, 3 штучки. Вот с чаем. Нет, да, ну да, 3,3. И что, осталось полкаталки? Как она называется? Половинка всего лишь. Так что колбаса у нас очень быстро уходит. И меньше половинки хлеба белого осталось. Так что колбаску муж у меня любит. Но вот эту краковскую так в охоточку иногда вот. Ну, взяла, думаю, иногда пусть будет. А так вот колбаску он очень любит с бутербродиками. Сейчас вот то ест, то нет, знаете. Типа я вроде худею, он вроде как со мной. Вот, и сейчас сальце буду нарезать вкусненькое. Ну что, мужу приготовила покушать. Что у нас здесь? Щи, колбаска, сальце, чуть-чуть лучка, чесночка. Салат оливье на выходных делала, родители приезжали, вот осталась последняя порция. Хлебушек, бутербродики, это просто водичка, потому что соки сейчас, ой, компот в последнее время, ну, давно уже не варила. И вот здесь вот 2 шоколадки, это мама вот на выходных, когда приезжала, привезла. Вот 2 шоколадки вчера с чаем пил. Вот. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока, хорошего настроения, не забудьте про лайки.